еще берсерки. Окей, взяли. Кировочка. Пошел. Блин, как ладья Е8, что ли? Блин, позиция вот эта очень тяжелая. Для того, чтобы с берсерком ее играть. А, вот это хорошо. Давай назад. Сюда может отдать. Ну там шаг, да, нельзя. Может быть, на D8 надо было? Да, так. Так, сюда, что делаем? Взял, нет, это, наверное, не проходит. Давай форточку сделаем. Форточка пригодится. Аккуратненько. Ладья под боем и слон под боем. Да что ж такое-то? Что ж за жизнь там? Ладно, такой ход. Защищать вроде бы. Б4. Надо как-то поплотнее попытаться. Давай так, что ли? Это не особо плотно. Но надо как-то активно еще играть. Так, а на Б2 я не могу, да, залезать? На Б2 нет, ну давай сюда тогда. Давай взял. Угу, на второй. Такой был ход хороший, наверное. Я не успеваю там всех. А, там конь D7 еще. Ну, конь D7 какой-то ход конем, да, конь. Да. Ай, блин. Такой ход. Типа двойной тоже ударчик. Да, блин, все держит там. А? Все видит. Что сделать там? Ладно, назад. Ай, блин, 29 секунд. Пока сюда. Сейчас какой-нибудь зевок или мое время. Зевок или я флаг уроню? Давай такой ход. Так, если перс h2, слон e5, взял конем, взял на h2. Вроде нормально, да? Ай, блин. Нет, не нормально. Знаете, как надо, вот так. Да, типа мат. Блин, какие-то ловушки. Это мат же? Нет? Мат, да. Есть, поставил мат все-таки.